Блогеры Чувашии продолжают проект «Общественная экспертиза». На этот раз обсуждали нынешнее состояние дорог и перспективы развития дорожного хозяйства. Также для блогеров была организована экскурсия на завод по производству асфальта. Узнать, из чего в Чувашии делают дороги, отправилась и наша съемочная группа. Производство на заводе «Воддорстрой» состоит всего из нескольких этапов. Вначале уже отсортированный щебень смешивают с песком. Затем эту смесь на конвейерной ленте отправляют в специальную цистерну, где в нее добавляют битум. Технология производства зависит от вида асфальта, который хотят получить. Благодаря автоматизации во всем процессе задействовано всего 5 человек. Также на заводе реализовано безотходное производство. Специальная машина, асфальтовый грануляр, фрезерует старый асфальт. Новые дороги на 30% состоят именно из этого материала. Экологический эффект очевиден. В лаборатории готовые асфальты все материалы проходят испытания на соответствие необходимым нормам. В лаборатории проводим испытания асфальтобетонной смеси на прочностные характеристики. Вот у нас здесь пресс находится. На плотность, водонасыщение. Также испытывается битум, минеральный порошок, то, из чего состоит наш асфальт. Круглый стол проходил в интерактивном формате. Блогеры задавали вопросы от своего имени и от своих читателей. Дорожному фонду по 2015 году дорожный фонд составляет 3 миллиарда 118 миллионов рублей. Из них на чисто дорожную деятельность из Республиканского дорожного фонда направляется 3 миллиарда 30 миллионов рублей. Необходимо отметить также, что более 800 миллионов рублей сегодня направляются средства из бюджета муниципальных образований. В Чувашии в ближайшие 3 года запланировано построить 119 новых дорог с малой интенсивностью движения. На 7 объектах строительство уже закончено. Алексей Табинов, Игорь Зверев, Республика.